Сорока пятилетняя Этери Тутберидзе ласково обратилась к наследнице. Дочь российского тренера, Диана Дэвис, сегодня празднует свое 17-летие. Тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию самостоятельно воспитывает девушку. Звездная мама называет ее Дишей. Диана родилась в браке Этери с гражданином США, имя которого тренер держит в тайне. Дэвис профессионально занимается танцами на льду и выступает в паре с Глебом Смолкиным. С 2019 года ее тренирует Игорь Шпильбанд. В честь 17-летия девушки Этери поделилась с фанатами снимками дочери. Свое поздравление наставница выразила в лаконичной форме. «С днем рождения, Диша! Милая моя, никого дороже нет в мире у меня», — обратилась к имениннице Тутберидзе. Диана ответила на теплые слова матери с благодарностью. «Люблю тебя, мамуль», — призналась Дэвис. Поклонники Этери восхитились внешностью подросшей наследницы тренера. Многие отметили, что в юной спортсменке угадываются черты лица своей прославленной мамы. «Мои поздравления! Диана чудо как хороша, с именинницей, Этери, пусть растет нам на радость. Просто ваша копия. Волевой взгляд точь-в-точь как у вас, какая уже большая у вас дочь. Больших ей спортивных успехов. Чувствуется в ней ваш волевой характер», — высказались фолловеры. Дэвис дружит с бывшей подопечной Этери, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Из-за фигуристки недавно разгорелся скандал. Против Тутберидзе выступил Евгений Плющенко.